30 сентября редакция журнала «Татарстан» собрала победителей голосования «Выбери музей века». Участвовали музеи Республики Татарстан и ее столицы города Казань. Музеи Казанского федерального университета стали одними из лучших в столице. Третье место получил музей истории и второе место его подразделение музея Николая Лобачевского. Номинации «Столичная версия», где боролись 46 номинантов, а в голосовании участвовали более 1000 человек. На церемонии награждения об идеях и дальнейших планах развития музея в КФУ рассказала директор музея истории Светлана Фролова. Эта награда – это большая заслуга всех сотрудников музея истории, которые себя проявляют бесконечно творческими людьми. Посетить музей КФУ может любой желающий с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. Это уникальное музейное собрание, повторов которых нет в других музеях нашей республики, России, потому что музей Николая Ивановича Лобачевского, он единственный такой музей, который находится в доме, где жил Николай Иванович Лобачевский. Музей истории отметил в прошлом году свое 40-летие. Это единственный музей в нашей республике и в стране, большая коллекция которого позволяет презентовать и популяризировать наследие ученых Казанского университета, которые внесли свой значительный вклад в развитие не только отечественной, но и мировой науки. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.